Муа! Чистота! Блядь! Она в лучшем месте. И это все часть общего замысла. Черт! Она положила голову на плечо. Так, двигаться нельзя ни в коем случае. Ай, как чешется пятка. Терпим, терпим. О! Слушай, Денис, тебе не тяжело? Нет, конечно. Ребят, смотрите, какой прикольный видос нашел. Я же говорил, прикольное видео. Да что такое? Гребаная нитка! Ну его нахер! Биткоин? Не, не слышал. Че за ноунейм? Нахрена в него вкладываться? Сейчас что, направо? Михалыч, ну, сосед сверху, продал тачку и вложился во все это дерьмо. Я свою малышку никогда не продам. Криптовалюта, криптовалюта. Вот сейчас лучше кальянную открыть. Вот это бабло, я тебе говорю. Слыхал, биткоин $600 стоит. Все, он на пике, в него лучше не вкладываться. Сейчас новости читал в этом интернете. Там один дебил вложился в это дерьмо. Не, я в эти пирамиды вкладываться не буду, нахрен надо. Это все огромный мыльный пузырь, и он скоро. Вы слышали, биткоин стоит $20,000. Ты ноги отряхивал? Сынок, я тебе купила новые кеды. Только ни в коем случае не надевай их гулять на улицу. Хорошо, мам, не буду. Yes.
столь прекрасную, что он сорвал ее, чтобы самому любоваться на небесах. Ты мне все расскажешь. Я ничего не скажу. Так, это еще кто? Пойду проверю. На улице Ленина, 34. У тебя есть 30 минут, поторопись. Бра. Который час? Посплю еще часов. Да. Мне нужна ваша помощь. Скоро буду. Где он? Нужно одеться потеплее. Дорогая, я пошел. Только не ревнуй меня. А зачем это ты к другу с ночевкой пойдешь? У тебя что, дома своего нет? Или вы эти, заднеприводные? Я дома одна остаюсь, папа на работе. Мне же страшно, наверное. А на что это мы обиделись? Я же не сказала нельзя. Мне просто не хочется спать дома одной. Алло, бабуль, привет. С днем рождения тебя. Счастья тебе, здоровья. Спасибо, мой хороший. И тебе желаю быть самым счастливым. Чтобы любимая работа была и карьерного роста. Чтобы друзья верные были, родители уважать. Цени. Алло, внучок, ты здесь? Да, здесь. Ну хорошо. Желаю найти свою любовь, с которой проживешь всю оставшуюся жизнь. Детей красивых. Ладно, бабуль, все, давай, пока. Я не договорила. Желаю купить себе дорогую машину, уютную квартиру.